Карапуз представляет. Привет, друзья! Сегодня, как вы уже догадались, наше замечательное видео пойдет о наших машинках. Не просто машинках, а настоящих спорткарах. Мы в нашей небольшой коллекции имеем вот таких вот несколько спортивных машинок. Давайте вспомним, что это за машинки. Это у нас Porsche. Porsche 911 GT2. Замечательная, быстрая, очень спортивная машина, которая развивает, естественно, очень большую скорость за короткое время. Это тоже 911 Porsche, но GT3 немножко уменьшенная. Вот, наверное, более дамская машинка. И тем не менее, тоже очень скоростная. Как же можно обойтись без BMW? Мы знаем, что BMW тоже очень спортивные и высокоскоростные автомобили. Ну и, естественно, Audi. Audi – это одна из таких вот серьезных компаний, которая выпустила не одну очень высокоскоростную машинку. Mercedes E-класса, купе. Очень красивая, стильная, но, конечно же, высокоскоростная. Ну и, конечно, как можно обойти нашу коллекцию без вот таких вот настоящих монстров. Монстров спорткаров. Посмотрите, ведь это красавица Shelby GT500. Какие формы, спортивные полоски. Все говорит о том, что это не просто машина, а монстр трассы. И можно сказать, ну супер спортивный Lotus, который отличается от всех машин, естественно, скоростью. Но мы не просто сегодня, естественно, будем вспоминать нашу коллекцию, а, конечно же, познакомим вас еще с новиночкой. Итак, друзья, у нас вот такая новиночка от компании Kingsmar. Это у нас Mitsubishi Lancer. Сейчас мы ее откроем, вытащим с нашей упаковочки и поближе на нее посмотрим. Так. Ух, какой цвет. Сразу видим, что не простая машинка. Она сделана на базе спортивного Mitsubishi. Это чисто японская машинка. Сейчас мы ее освобождаем. Так. Ух, как колеса уже визжат. Так, друзья мои, посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Ух, это действительно настоящий японец. Смотрите, машинка с правым рулем. Потому что европейские идут с левой стороны руль, а это настоящий японец. Давайте ее как-то ближе рассмотрим. Ну вот, друзья, мы познакомились сегодня еще с одним вот таким спортсменом настоящим под номером 7 ярко-красного цвета Mitsubishi Lancer.
от замечательной компании Kingsmar. Сделала нам вот такую вот замечательную модельку. И помимо всего, такие вот машинки могут смело участвовать в гонках. Но, конечно, под строгим наблюдением нашей полиции, которая не дремлет и всегда следит за порядком в городе. Ну а наши спортсмены, друзья, должны свои гонки, конечно, выполнять на специальных отведенных спортивных треках. Вот такая, друзья, новиночка, вот такая замечательная спортивная машинка. Всем всего хорошего, не скучайте, до скорых встреч, до новых машинок. Всем пока!